Всем доброго времени суток, доброго дня, доброго здравия. Сегодня 29 августа 2022 года или 7530 лета от сотворения мира в звездном храме по русскому ведическому православному летоисчислению. Мы находимся сейчас на земле, на кусочке нашей родины, Белая Русь, в республике Беларусь, сохранившей свой дух в каждом человеке, свою душу, в своей природе. Мы с Олегом Геннадьевичем Паньковым, с нашим учителем, духовным наставником Олегом Вещеведрусом находимся здесь. Здесь 5 гектаров земли у наших родных и близких по семейной паре. Их место силы, их земля, их семьи и роды. Мы занимаемся с Олегом Геннадьевичем Паньковым родовым знахарством, целительством. Занимаемся знаниями, возрождением знаний ведущих русов на нашей земле и в каждом человечке, для каждой души, которой это по любви, которая это откликается. Ведические русские знания, это русские руны, это азбука наших предков, которая сейчас может возродить в каждом человеке его родовую связь и пробудить его родовую память, чтобы каждый человек смог жить счастливо и в гармонии, и в любви, жить так, как он хотел, благодаря тем знаниям, которым сокрыты, которые существуют, имеются в этих рунах. Это сила и любовь наших предков. Богатство рода заключены в нем сакральными ключами. Чакровая система ведущих русов, 9-личная и 16-личная. Горы гораздо больше, но для того, чтобы человек в современном мире их воспринял, для этого мы берем и открываем 9-личную и 16-личную чакровую систему, где есть родовая связь, где есть связь с землей, где совесть, связь с предками, то есть она существует, связь с природой, где связь со всеми стихиями человека, с природой, космоса и вселенной, родовым знахарством, исцеление бесплодия у женщин и мужчин, возрождение душ на земле, на нашей земле, предков, их родов каждого человека через родовые каналы, порталы, связанные с нами, со Вселенной, возрождаются души, детей приходят в человеческом плоти, рождаются дети. У кого есть такая проблема с зачатием детей, вынашиванием, с рождением детей, с бесплодием, кому ставят такие диагнозы, кто сам себе такой диагноз поставил, это мы исцеляем. Восстанавливаем родовую связь человека со всем его родом, возрождаем гармонию и любовь женского и мужского начала в каждом человеке, благодаря силе, благодаря знаниям нас, наших родов, опыту наших учителей, наших предков, сохранившихся и по сей день в нас и переданные в нас через Вселенную, космос, природу и род, связь с землей, связь с природой. Отвечаем на любые вопросы, личные, семейные, родовые, любые, какие у человека есть, какие по сей день он еще не смог на свои вопросы ответить. Помогаем человеку, чтобы он сам мог отвечать на свои вопросы, восстанавливая родовую связь, укрепляя дух, очищая душу, все энергетические человека тела. Принимаем родовые вещи, послания каждому человеку, кто к нам обращается, кто в себе осознал и решил, что эту силу в себе он готов возродить в триединстве духа, души и тела. Родовое послание, принятое с банка данных нашей Вселенной, космоса, от природы и рода всего божественного, приходит в виде стихотворных посланий, стихотворных фраз, речей. И в каждой фразе, в каждом слове, в каждой букве, в каждой руне этих слов заключено
те ритмы, которые исцеляют душу, дух и тело человека. И запускается новая программа человека жизни, чтобы он был счастлив, чтобы возрождались в нем знания и гармония мужского и женского начала. Новая программа для счастливой жизни каждого человека, для той изначально, которая ему дана по праву, по роду, от рождения его, в любви, здоровье, богатстве. Каждому человеку. Также очень много всего интересного и полезного мы преподаем на нашей Академии Род и Природа, Пусковедическая школа Академии Род и Природа, семейно-родовая школа Академии Ведущих Русов. Вживую мы проводим и бани исцеляющие, не только телом, но и души, и дух. И вживую мы проводим школы Академии эти трехдневные на данный момент. Возможно, в ближайшем будущем эти Академии будут больше заключать в себе дней. Тем самым вы больше можете побыть с нами, почувствовать себе родовую любовь, родовую связь и ее больше не потерять, укрепить ее в себе. Может быть, это будет в России, может быть, в других странах, за границей. Время покажет. Ну и на данный момент знаниями делимся. Психологическую помощь, кого волнует здоровье, психологическое состояние, с чем вы справиться сами не можете. Стрессы, апатии, депрессии, может быть, ослабленность на мир, непонимание своих близких людей, кто страдает или понимает, что у него это есть, но справиться сам не может. Такой ставят диагноз врачи, это шизофрения или биполярное расстройство, раздвоение личности и тому подобное. С этим тоже мы помогаем исцелиться, если человек готов исцелить себя, чтобы мы ему помогли. Ответы на вопросы. Также проводим встречи по ведическому жреческому квадрату ведущих русов. Это изначально, это начало нумерологии всей. С какой вы бы ни сталкивались в просторах интернета или в книгах, именно ведическая жреческая нумерология ведущих русов по девятиричной чакровой системе, по девятиричной системе, она и есть исток начала всей нумерологии, которая существует на Земле. Мы делаем расчеты и мы обучаем этому. Чакровая система, этрусские руны, психологическая помощь, исцеление, очищение, оздоровление, возрождение родовой связи, родовые вещи, послания и много-много другое. Мы сейчас проводим дистанционно, онлайн, по видеосвязи. Где бы мы ни находились, в какой точке Земли, где бы вы ни находились, в какой точке Земли, со взаимным согласием мы сможем с вами встретиться. Поэтому ждите новостей по Академии вживую и предварительно записывайтесь на встречи с нами дистанционно. В ближайшее время, мы сейчас находимся в отпуске, мы сможем с вами договориться, когда вам и нам будет удобно, о наших встречах. Пользуйтесь случаем, шансом, который вам дан в этой жизни. И мы им пользуемся в той мере, в какой нам сейчас во благо, роду, природе и необходимости. Благодарим. Телефон. Олег Геннадьевич сейчас присутствует здесь. И мы... Снимает Олег Геннадьевич, да, Шрайбикус. Да, кинооператор, кинорежиссер. Заставили снимать. Вы имеете честь сейчас его слышать, и мы имеем честь для вас сейчас снимать этот ролик. Номер телефона для записи, для предварительной записи на встрече с нами, для принятия для вас вещи в послании, для передачи вам знаний, для общения, для встреч с нами дистанционно. +7 909 133 43 18. +7 909 133 43 18. Пишите сюда на WhatsApp, Viber и Telegram. И также для желающих, кто хочет встретиться с нами, организовав с нами мероприятия, школы, академии, род и природа, семинары или
вебинары, то есть по видеосвязи, семинары, встречи, передача знаний. Также этот номер телефона +7 909 133 43 18. Если вы хотите, чтобы мы к вам приехали, от вас требуется организовать семинары, организовать школы, академии и подробные условия. Конечно же, лично мы вам расскажем. Пишите по данному номеру телефона. И поклон земли русов, земли русской, с Белой Руси, с чистой Руси, с нашей земли Белой Руси. От Екатерины Константиновны Чиновских, Олега Геннадьевича Панькова и Русско-Ведической школы Академии семейной родовой ведущих русов, ведрусов, род и природа. Ура! Ура! Ура!